Здравствуйте, дорогие друзья! Я вам покажу, в какой стадии нужно убирать семена. Вот наш лук. Он сейчас высотой примерно, некоторые даже до 1,5 метров доходят. Головки довольно крупные. Уже началось раскрытие коробочек. Но вот эти вот еще не дозрели. Они еще зеленоватые. Может быть, они через неделю будут готовы. Некоторые даже еще запоздали. Еще цветут. Вот, например, вот цветущий. Он будет только недели через 3, наверное, готов. Для того, чтобы семена у вас не высыпались, вот, их обязательно нужно срезать, как только начали открываться первые коробочки. Не ждать, когда максимально откроются все. Иначе вы потеряете семена, они все у вас высыпятся. Вот просто обычно секатором я срезаю вот так вот и досушиваю уже под крышей, на палаточке, на какой-то ткани. И они там будут лежать в течение месяца. С середины сентября мы начинаем обмолот всех семян. Вот маточники капусты, они уже 1,5 метра высотой. Вот такие вот кусты выросли у нас. Можно оценить еще вот этот куст по размеру и выполненности стручков. То есть вот стручки такие крупные достаточно. Вот здесь внизу они уже поспели до полной спелости. А вверху еще зеленый куст. Поэтому, когда больше зеленых стручков, то приходится секатором срезать вот эти единичные поспевшие семена. Потому что весь куст еще рановато вот такой зеленый срезать. Лучше их, конечно, отстригать, потому что, когда я их отрываю, стебель нарушается здесь. Вот это полная спелость стручка. Вот до такой стадии доводить нельзя. Потому что вы только его заденете или начнете срезать, у вас семена начинают высыпаться. Лучше всего, вот когда стручки находятся вот в такой желтой стадии. Но поскольку здесь все так неравномерно, здесь уже высохли, тут желтые, тут зеленоватые. Я не буду отдельно срезать каждый стручок. Это очень трудоемкая работа. Поэтому многолетняя практика показала, что можно срезать весь этот куст, положить его на ткань под крышу, под шиферную. Там очень жарко, хорошо проветривается, и они очень быстро дойдут. И через месяц мы будем их обмолачивать. Вообще я срезаю секатором, но сегодня секатор забыла, в теплицу не взяла с собой. Поэтому срезаю вот этим серпом. Ну, в принципе, ничего страшного. Вот так ветки я срезаю полностью. Можно даже куст слегка наклонить, для того, чтобы семена у нас не высыпались на землю. Ну вот. Вот и все. Так, а вот свекла. Обычно, когда 75% клубочков становятся коричневыми, их уже можно срезать. Клубочки, они довольно крупного размера. То есть вот семена. А в верхней части они, как правило, мелкие. Мелкие, неразвитые, зеленые. Вот эту часть ее можно прищипнуть. Ну, так вот оторвать просто и все. Мы прищипываем, и куст, он быстрее начинает созревать. Так, сейчас мы куст отвяжем от кольев. Наклоним и срежем.
Вот, значит, семена свеклы собраны, и можно их расположить на дальнейшее досушивание прямо вот на этой ткани, вот как сейчас она. А теперь мы поговорим о моркови. Но вот этот зонтик, он находится еще в фазе цветения. Вполне вероятно, что он не успеет вызреть. В середине августа это уже поздновато для цветения зонтиков. Но вот этот уже опыленный зонтик, вот сейчас он начинает входить в стадию начала созревания. Он еще зеленый, и я думаю, что недели через две, может даже три, он уже будет готов. Признак созревания зонтиков, когда они становятся такими вот коричневыми, то есть бурыми. Вот этот вот уже зонтик можно срезать. Он уже находится в стадии, пусть не полного созревания, но уже близкого к этой стадии. Дальше нельзя оставлять, потому что семена начнут осыпаться. Вот здесь уже видно, что их тронешь, и они уже легко осыпаются. Вот, поэтому я их срезаю секатором. Вот. Еще, когда края у зонтика начинают сворачиваться к центру, вот это тоже признак созревания семян моркови. То есть зонтик такой тоже мы уже можем срезать. То есть все вот такие бурые зонтики мы просто срезаем. А зеленые будут еще у нас дозревать. Можно срезать и завязывать пучками, но тогда нужно завязывать сами семена, может, какой-нибудь марлечкой, такой проветриваемой тканью легкой, хлопчатобумажной. Дальше семена будут дозревать, уже срезанные зонтики дозревать до полной зрелости.